Еще совсем недавно Михаил Копыльцов не думал, что в его распоряжении окажется машина такой производительности. Почти 16 тысяч тонн угля за сутки. Это один из новых роторных экскаваторов, работающих в Башкирии в крупнейшем Ермолаевском угольном разрезе. Весь производственный цикл совершает мощная техника. Грунт срезает многочерпаковый экскаватор старшего машиниста Ивана Усова. Алексей Докучаев управляет агрегатом, который переносит породу в отвал. У диспетчера телефонная связь с кабинами всех машинистов. Новая техника даст возможность башкирским угольщикам выполнить свое обязательство – добыть сверх планок 40-й годовщине октября 50 тысяч тонн угля.